Капуста – это основное растение, которое входит в овощной набор. Любой садовод, любитель не может представить себе свои грядки без этой культуры. Выращивают ее уже на протяжении многих лет. Она является средиземноморской культурой, поэтому любят очень влажный климат и умеренное солнце. Капуста плохо себя чувствует при температурах выше 25 градусов, а также нехорошо себя чувствует при температуре ниже 10 градусов. Бывает очень много разновидностей капусты. На данный момент здесь представлена капуста белокочанная. Также есть капуста цветная, брокколи, кальраби, брюссельская капуста и многие-многие другие более экзотические виды капуст. Самый основной и самый лучший гибрид на данный момент является гибрид F1, это Глория. Чем интересен данный гибрид? Он совмещает раннеспелость 70-75 дней, но в то же время формирует вот такой вот хороший плотный качан с красивым цветом. Он совершенно круглый, самое главное, очень вкусный. Данная капуста не боится фузариоза, имеет высокую кочерыгу и совершенно не подпревает снизу, что является для всех любителей садоводов-огородников основным преимуществом. Данный гибрид может выращиваться на всей территории Российской Федерации, от Калининграда до Дальнего Востока. Капуста не боится многих болезней, таких как фузариоз, не боится насекомых, вредителей, как трипс. Также не подгнивает, как я еще говорил, не подгнивает снизу, имеет маленькую внутреннюю кочерыгу, что оценят все домохозяйки. И самое главное, высокое содержание сахара позволит сделать из нее хороший борщ, хорошие щи, хороший салат. Данная капуста очень экстенсивная, то есть любой садовод-любитель может ее спокойно вырастить в поле. Она не требовательна к питанию, она переносит жару и, как вы можете увидеть, формирует очень красивые растения. Данный гибрид можно как выращивать рассадой, так и сеять прямым севом. Рассаду не стоит выращивать слишком рано. Нужно помнить, что любая рассада должна быть максимум 40-45 дней. Если мы на ранней капусте затягиваем с рассадой, уходим на 50-55 дней, то ранней капусты вы никогда не получите. Оптимально 4-5 листьев. Если мы выращиваем рассаду 40 дней, то мы ее в среднем высаживаем в первых числах июня у себя в огород. И в августе месяце вы получаете очень хороший урожай. Сроки созревания данного гибрида с момента высадки рассады 70-75 дней, но стандартный качан 1,5 кг формируется уже на 50-й день. Также капуста совершенно не растрескивается, поэтому вы можете в течение всего лета, она может быть у вас стоять на грядке, и по мере необходимости вы будете ее просто срывать и использовать по назначению. Гибрид Глория является среднеранним гибридом. Период вегетации 70-75 дней. Ранние гибриды — это от 45 до 60 дней. И дальше 80-90-дневные гибриды — это идут уже чисто средние гибриды. У нас имеется свыше 70 гибридов капусты белокочанной, но из всех из них для частного использования, для личных подсобных хозяйств, я бы вам посоветовал из всех средних сортов, среднеранних сортов, именно гибрид Глория, так как он, во-первых, неприхотлив, во-вторых, он позволяет получить отличный урожай при любых условиях и в любой полосе Российской Федерации.